наша Глаша решила искупаться. Это вот у нас такие вот прелюдии купания. Бачок мы еще помыли. Угу. Давай, давай, купайся. Такая вот теперь мокрая у нас Глаша. Ну вот теперь пошла сушиться. Все. Вот теперь она сушится у нас. Да, Глаша? Покажи, какая ты вся мокренькая у нас. Да, вот такая вот теперь у нас она мокрая вся. Сейчас будет сушиться. Да, Глашкин? Или ты еще раз пошла купаться? Куда пошла? Нет, видимо, решила, что еще не накупалась. Вот очень любит купаться. Ну, там уже практически ножки не осталось.
мы купили вот такую ванночку зелененькую для купания. Но почему-то она как-то боялась в нее залазить. И мы стали ее приручать. Вот в этой беленькой купили такую белую пластмассовую тарелочку. Не знаю, как ее назвать. Вот. И решили ее потихонечку приучать там купаться. Вот она теперь привыкла, но это здорово, потому что иначе везде разлетается вода, в которой она купается, разбрызгивается. Вот. Целая проблема с купанием. Ну, вот теперь решила подкрепиться даже. Все, сейчас будет сушиться и кушать. Вот у нее вот так висит яблочко, она кушает. Вот. До новых видео. Пока.